Порой поиски работы могут завести человека в тупик. Телеканал «Самара ГИС» подскажет, как решить эту непростую задачу. Наша вакансия подходит не только опытным кандидатам, но и молодым специалистам. Присоединяйся к нашей команде. Внесем наш вклад в развитие региона вместе. Рассказываем о новых предложениях на рынке труда в выпуске программы «Вакантное место» во вторник в 19:30.